А раскрыть эти таланты помогли учителя начальной школы. 4 года назад Татьяна Владимировна приняла под свое теплое крыло этих тогда еще совсем маленьких птенчиков. Учила не только писать и считать, а еще застегивать пуговицы и завязывать шнурки, справляться со сложностями и дружить. Свой 7-й по счету выпуск считает особенным. В этом выпуске все дети гениальны и талантливые. И я бы сказала, что этот выпуск – выпуск необыкновенный. Это выпуск мой золотой. Это золотые дети. Таких золотых у меня не было никогда. Это золото высшей пробы. И для каждого учителя их класс самый лучший. Расставаться с ребятами всегда грустно. И вот сейчас вот они уходили, вот действительно очень тяжело расставаться с ними, потому что ну, ты их берешь вот и ведешь, выращиваешь из них таких уже людей, потому что приходят они маленькие дети, которые вот могут только за тобой все повторять. В лицее номер 6 имени Пушкина в среднюю школу выпускается 4 параллели. Эти ребята готовы к новым свершениям на все 100. Поют и танцуют, читают стихи и участвуют в театральных постановках. А сколько среди них отличников и хорошистов, победителей олимпиад и конкурсов не счесть. Свою главную задачу начальная школа выполнила. Это фундамент, это основа. Учителя начальных классов в моей жизни, наверное, в жизни каждого человека, это самые главные учителя. Учителя, которые закладывают основу основ. Лучшим из лучших директор лицея Ирина Стрижак вручила почетные грамоты. Свою благодарность учителям за их каждодневный и непростой труд родителям выразили в творческом номере. А учителя пожелали ребятам не забывать все то, чему они так старательно учили их все эти годы. Не растерять все то, что они получили во время учебы. Быть добрыми, здоровыми, счастливыми. Мирного неба над головой. Я желаю от души всем выпускникам идти к своей мечте. Ребята, для вас нет никаких преград. Будьте счастливы. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».